Идем дальше. За многолетнюю работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, более 190 работников различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Указ подписал на этой неделе глава государства. Любопытно, что впервые в Беларуси присвоено звание народного учителя. Его удостоен преподаватель Могилевского областного лицея номер один Валерий Барашков. Среди его учеников сотни победителей различных олимпиад, а за плечами почти полвека преподавательского стажа. И сегодня 66-летний учитель по-прежнему занимается любимым делом. По словам коллег и учеников, его уроки напоминают увлекательное путешествие, которое иногда выходит за рамки законов физики. Конечно, дети, я скажу, что это основное в любой школе. И я вспоминаю, когда меня переводили из сельской местности, и я здесь побыл дня три, не зная ни коллектива, ни детей. И когда я пришел на первые уроки и увидел глаза их. Символом почетного звания народный учитель стал нагрудный знак. Сегодня его отливают на одном из столичных предприятий. В основе образа фигурный щит в виде раскрытого листа, на котором изображена надпись «Народный наставник». Сам же щит размещен в лучах славы, которые символизируют путь профессионального становления обладателя награды.